не могу я рассказать. Если меня кто-то спросит, ты был там, я говорю, был. А что ты видел? Ничего не видел. Ну, за то, что есть, то, что происходит, вот сегодня утром. Об этом рассказать нету слов. В русском языке не нахожу я слов. Так что объяснить человеку невозможно. А думать, что я выдумываю. А это не выдумка, а это истина, которую нельзя передать своими словами.